Госдума окончательно одобрила законопроект, разрешающий бесплатный проезд для детей в электричках до 7 лет. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал «Автосправочная». Как я уже рассказывал ранее, на рассмотрении Госдумы находился законопроект, который предусматривал внесение изменений в действующий устав железнодорожного транспорта. На сегодняшний день, согласно действующему тексту этого устава, на федеральном уровне предусмотрен бесплатный проезд в электричках для детей до 5 лет. Однако в различных регионах России, в различных субъектах предусмотрены либо скидки, либо полностью бесплатный проезд для детей до 7 лет, а не до 5 лет. Соответственно, чтобы привести все это дело к общему знаменателю, чтобы бесплатный проезд был введен на федеральном уровне по всей стране до 7 лет официально, соответствующий законопроект как раз-таки предусматривал изменения в устав ЖД транспорта России. 7 июня 2022 года этот законопроект был одобрен сразу во втором и в третьем окончательном чтении Госдумы. Соответственно, теперь его направили на рассмотрение Совет Федерации. После одобрения в Совете Федерации его положат на подпись президенту. Точная дата вступления в силу в тексте этого законопроекта не указана, соответственно, по умолчанию, в стандартном порядке, эти поправки вступят в законную силу по истечении 10 дней после даты официальной публикации, подписанного президентом закона. Таким образом, уже летом 2022 года дети до 7 лет смогут пользоваться правом бесплатного проезда в электричках. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Что вы думаете по поводу этих изменений? Своим мнением вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!